Напередодні президент Беларуси с рабочей поездкой наведал Барановичи. Керовник державы ознайомился с выниками выполнения его доручения по реализации инвестиционного проекта развития и технического переузброения Барановицкого вытворчего бавовняного объединения. Барановицкое вытворчее бавовняно-паперовое объединение президент страны уже наведывал двойчие предприятия, буйнейшие в галине легкой промысловости Беларуси. Формируя около 4% объема промысловой вытворчести концерна «Беллегпром». Техничное и технологичное переснащение дает объединению шанс вывести свою продукцию на новый уровень рентабельности и конкурентоспособности. Але для этого, подкресливает керовник державы, каждый проект и каждый рубель повинен быть оправданы, а каждый метр территории повинен процветать. То, что у вас половину предприятия сегодня пустует, я имею в виду от того, что вам досталось от Советского Союза нам, это тоже плохо. Мы договорились, что к концу будущего года вы задействуете свободные площади, цеха, создадите там швейное производство, еще что-то, чтобы дорабатывать свои ткани и продавать готовые уже изделия. К концу 2016 года вам надо набрать определенное количество людей. Сегодня они есть, в том числе и швеи. Словом, перспектива у предприятия есть. Но вы должны знать, что вы работаете в мире, и таких производств тысячи. Малых, больших тысячи. А это значит, что будет жестокая конкуренция. Страшная конкуренция. И в этой конкуренции выживет только тот, кто продает качественный продукт и дешевый продукт. Поэтому работать надо с себестоимостью. Мне тут комитет госконтроля докладывает, что с себестоимостью вы поработали. Но должен вам сказать, что процентов 10, по моим подсчетам, 7-10% себестоимости вы еще должны убрать. Александр Лукашенко больше годины оглядывал цехи объединения. Его керівництву пришлось отримать отказ амаль что за каждый станок. Так само была звернута увага на необходимость оптимизации логистики на предприемстве. Только изменшение себе кошту продукции в сукупности с ее высокой якостью дасть махчимость поширить свой уплыв на рынку внутренним и рынку внешним. И хотя за опошние годы объем экспорту продукции объединением повеличился амаль у два раза, и тенденция его росту протягивается, тем не менее, махчимости не вычерпаны. Вы должны больше продавать за пределами страны, не упуская свой рынок. Вы, наверное, слышите мои требования к правительству, и при том жестокие требования, жесточайшие. Я не хочу повторяться. Мы не должны покупать по импорту то, что производим сами. Если есть, то это до 10%. Для того, чтобы мы видели импортную ткань, и конкуренция какая-то была. Все остальное должно быть наше. Виниковой кропкой наведывания президентом краины Барановицкое вытворчее бавовняно-паперового объединения стала встреча с працовным коллективом. Подчас ее Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию в свете. Ситуация в мире очень тяжелая. Очень тяжелая. Вот эта конкуренция, все, что мыльные пузыри были надуты в мире, не нами. Вы знаете кем? Они начинают сейчас лопаться, рушатся фондовые рынки, девальвируются национальные валюты, ну ладно бы наши, ладно бы российские, но сегодня полетели все страны, в том числе Китай, начали девальвировать. Это финансовая война, это уже экономическая война, и нам в этой войне надо не победить, мы никого побеждать не собираемся, нам надо не отдать свое, нам надо выстоять. Поэтому напрягайтесь до предела. Комментирующий ситуацию на валютном рынке, керовник державы подкреслил, что не будет штучно стремливать курс национальной валюты. Вы, наверное, знаете, я еще раз хочу повторить, мы не будем искусственно сдерживать курс национальных валют, национальной валюты по отношению к другим валютам. И мы это не делаем. Потому что если мы начнем их сдерживать и как-то пытаться этим сдержать инфляцию, помочь чему-то и так далее, не те времена, мы опять придем к тому, что нам разово придется на 30% девальвировать валюту. Поэтому у нас введен плавающий курс давно. То, что сделал сейчас Казахстан и Россия, мы это сделали раньше, чтобы не сжечь золотовалютные резервы. Благо, немножко золото дорожает, а у нас его, наверное, тонн под 30. Дешевенькое было, цены как-то чуть-чуть начали подниматься, но еще не те.
Поэтому мы придерживаемся вот этого плавающего курса, чтобы пройти вот эти тяжелые времена. Поэтому сдерживать мы не намерены. На протягу встречи керовник державы так само отказал и на иншие життево важные для працовников коллективу питания. Прасковья Кименко, Александр Воронин, областные новини, Барановичи.